В сфере культуры отмечается День работника культуры и Международный день театра. С какими успехами отмечают праздничные даты работники культуры, творческие коллективы, расскажет наш гость в студии Юрий Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович, здравствуйте. Доброе утро. В прошлом году, в год столетия, в Якутии было введено много объектов культуры. Какие объекты планируют возвести в этом году? Прошлый год действительно был очень насыщенный год. Год культурного наследия, год столетия нашей республики, он совпал. И для нашей отрасли, ну, мы как, если так сравнивать, да, физические явления, мы вышли на вот такой высоте, вершине, отмечены даже на уровне Российской Федерации, что в республике Саха-Якутия, по всем планам, которые Айсет Сергеевич нам поставил, и правительство профинансировало эти задачи, мы вообще вот добились максимального успеха. В этом году, для того, чтобы сильно-то не понижать темп тех достижений, продолжается дальнейшее движение. Я бы отметил сразу, что национальный проект «Культура», мы довели его, наверное, с уровня меньше 100 миллионов, сегодня почти до миллиарда рублей. 506 миллионов федеральных денег в этом году будет вложено для того, чтобы наше население, каждый населенный пункт, почувствовал на себе воздействие, вот, скажем, национального проекта «Культура». Согласно национальному проекту культуры, в этом году мы введем два дома культуры. Один Тымпы Вилюйского улуса, другой в селе Кампиндей Сунтарского улуса. Начали и начинаем строительство двух домов культуры в селе Толон Чурапчинского улуса и в селе Крестях. Это подарок нашего президента Владимира Владимировича Путина, нашему герою Владимиру Африкановичу, помните, который спросил: Владимир Африканович, что нужно мне, как президенту страны, поддержать село? Он сказал: знаете что, дом культуры. Вот мы рады за таких наших героев, которые знают, что культура – это есть основа вообще всего поддержки. И вот этого вопроса, кроме этого, у нас будут капитальные ремонты домов культуры, капитальные ремонты детских школ искусств. И в этом году новое направление на своем проекте – это капитальные ремонты наших муниципальных музеев. Раньше такое направление еще не финансировалось. То есть мы расширяем перечень услуг, которые предоставляет национальный проект, привлечаем, увеличиваем количество федеральных денег. Почему? Потому что федеральный центр Москва, Министерство культуры оценивает итоги нашей работы. Как мы оперативно работаем, своевременно. И за все три года, которые идет национальный проект культуры, у нас ни одного замечания нету. Все средства осваиваются в полном объеме и всегда в график. А что еще планируется в этом году в рамках национального проекта в Якутии? Ну, кроме того, что я сказал, в рамках национального проекта надо отметить вообще самый главный показатель. У нас завтра профессиональный праздник. Я пользуюсь случаем, хочу всех, кто нас сегодня утром смотрит, создать хорошее настроение. Завтра праздник всей отрасли культуры. Это наш профессиональный праздник, праздник радости, праздник творческих людей, праздник тех людей, которые приносят хорошее настроение в нашу жизнь. Всех праздником. И обязательно в этом году и в прошлом году мы всегда отмечаем, какое количество людей посетило учреждение культуры. В прошлом году мы максимально добились рекордного показателя. 19 с лишним миллионов человек, раз, вернее, посетили учреждение культуры. Это наши библиотеки, это наши музеи, это наши театры, это наши кинотеатры. Входит туда, кстати, местное Министерство экологии, посещение и зоопарка нашего. Все это учетом, вот получилось 19 с лишним миллионов. Это есть главный показатель национального проекта культуры и оценки действий, работы нашего высшего должностного лица Айсета Сергеевича, посещаемость учреждений культуры. Мы здесь в пятерке лучшего Российской Федерации. В этом году мы планируем, чтобы эта посещаемость что, тоже максимально была увеличена. Ну, из тех, которые в прошлом году начали, и в этом году мы продолжаем, у нас в Нижнем Бестях имени Кангаласского улуса сейчас будет активно строиться Центр культурного развития, который ведется в 2024 году. Но основная стройка будет проведена в этом году. В этом году один раз в два года еще оснащаются детские школы искусств музыкальными инструментами. Это очень хорошее направление. Примерно 50 миллионов рублей будет потрачено на то, чтобы купить нашим детским школам, 9 детским школам музыкальные инструменты. В прошлом году мы еще купили автоклубы, 5 автоклубов. Они в этом году в рамках нашего проекта начнут работать в полевых условиях. На следующий год мы тоже закупимся этим национальным проектом. Ну вот еще сказал, что музейное дело. В этом году мы будем отмечать юбилей Петра Христановича Староватова. И согласно юбилею получилось, и наша заявка сработала на 5 миллионов с лишним. Мы проведем капитальный ремонт музея, который находится в городе Вилюйске. Крупные ремонты ждут несколько республиканских театров. Они их дождутся? Да. Ну, как бы хвалиться не буду. В этом году Министерством культуры принято решение провести капитальные ремонты, тоже новое направление, в 4 больших театрах.
Из них один из театров – это театр оперы и балета «Наш Якутский». 35 миллионов рублей нам выделено. Мы сегодня готовим конкурсную документацию, и сегодня или в понедельник все заявимся. Аукцион будет объявлен, проведется на 30... Ну, это же наш основной театр оперы и балета на сегодняшний день. Будет капитально отремонтирован. И театр кукол Нерингри. Нам дали 46 миллионов для того, чтобы будет полная реконструкция нашего старого здания этого театра. То есть два больших театра, да, у нас в этом году будут поддержаны. В Амгинском Улусе предстоит строительство двух дворцов культуры. Какие еще преобразования ждут Улус в преддверии 14-й спартакиады республики по адаптивным видам спорта и Эсэ-Халанхо? Есть такие задачи, да, которые ставит глава республики. Арсений Сергеевич тоже в этом году обозначил, что спартакиада по адаптивным видам надо провести так же, как мы проводим большие спартакиады. Ну, как основные по спорту, да, и эта задача для Министерства спорта или у нас стала одной из основных этого лета. В начале лета, в июле месяце, там пройдет открытие спартакиады по адаптивным видам. Вот именно открытие. Вот это открытие в этот раз будет торжеством. В этом году будет предложен участникам впервые гимн спартакиада адаптивных видов спорта. Занимается у нас этим театр эстрады основной будет. И наши учреждения тоже будут подключены. Татьяна Николаевна Аранская будет главным режиссером. И открытие в этом году будет оно интересное. Специализированное для адаптивных спартакиад. И я думаю, что это будет очень интересное мероприятие, которое нам теперь будет надо будет ежегодно делать. То, что в этом году начали строительство, вот сейчас конкурсная процедура заканчивается, двух домов культуры в Амгинском Улусе, это большое достижение нашей отрасли. Они финансируются, правда, по программе комплексного развития сельских территорий. Раньше обычно по этой программе финансировались строительство детских домов, ну, в смысле детских детсадов, школ. В этот раз вот два дома культуры из Амгинского Улуса хорошо прошли эту заявочную кампанию. И сейчас в селе Алтанцы и в селе Михайловка в этом году начнутся строительства. И в следующем году к Эсэ-Халанхо, Улус считает, да, в 2024 году к Эсэ-Халанхо пройдет в Амгинском Улусе, чтобы эти объекты как-то так торжественно открылись. Но будем работать быстро для того, чтобы это же как бы ускориться, почти на полгода надо по графикам. А в Нюрбе 29 марта стартует театральный фестиваль «Сата». Чего ждать зрителям? Да, «Сата» в этом году – это основной праздник, поскольку понедельник, 27-го, мы отмечаем Международный день театра. В Якутске пройдет концерт, конечно, Союз театральных деятелей проведет мероприятие, в котором с нашим участием Министерство культуры, а Нюрбинский «Сата» соберет все наши учреждения, приедут наши театры, будут гости из Казахстана. После визита Арсения Сергеевича Николаева в Казахстан, у нас с Казахстаном связи наращиваются. Вот в понедельник наши делегации из 5 человек поедут на конференцию, которая называется «Максим Кирович Амосов». Он был первым секретарем областного комитета партии, вот именно Петропавловского акимата. Наши архивисты, работники музеев и делегации Намского Улуса туда едут. Это тоже наша инициатива совместной работы. И в декабре будет фестиваль этнических, ну вот, всех искусств, да, там будут приглашены, там, насколько я помню, Киргизия, Казахстан, Узбекистан. И нам, Якутии, дадут отдельно один день, который мы собираемся там делать, День Якутии, большим гала-концертом. Наши концертные учреждения там примут участие и будут туда там представлены. Ну, еще приедут театральные критики Санкт-Петербурга, Москвы. Я думаю, что все наши театральные учреждения там представлены. Государственный академический драматический театр, русский, Мирнинский театр, театр ИТЮЗ, театр кукол. Ну, короче, всем театр Ланхов все представлены, выступят. Просто Сахатеатр там не будет представлен основным спектаклем, поскольку они уже гастролировали, и в течение 7 дней мы нюрбинским жителям все спектакли сегодняшнего Сахатеатра показали. Но это событие. События масштаба нашей республики большого, ну и масштабом привели всероссийский, почти международный уровень. Так что театральная жизнь в Якутии не угасает, то везде. Мы даже театральная такая республика. Прошлый год в Якутске вообще кипели страсти по театрам. Сегодня вот и Нюрба, который в прошлом году открылся новое здание театра. Это редкий случай для Российской Федерации, наверное, когда где-то в субъекте Российской Федерации за средства субъекта строятся драматические театры. Национальный художественный музей анонсировал открытие выставки великого русского пейзажиста Ивана Шишкина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Как удалось привлечь столь масштабный выставочный проект? В прошлом году глава республики, председатель правительства нас поддержали. Конкретно я должен это обозначить, поблагодарить их, выделили финансовые средства для того, чтобы у нас в Национальном художественном музее на втором этаже появилось место, где можно проводить выставки такого уровня.
Это очень большие требования. Это финансовые вложения. Да, у нас теперь на втором этаже есть выставочная площадка, где мы можем приглашать все театры. То есть она соответствует климатическим условиям, она соответствует влажности, она соответствует охране, вот, предостережениям тех картин, которые к нам приезжают. В прошлом году была Третьяковская галерея. То, что Шишкин приезжает, это я хочу поблагодарить 16 тысяч человек, жителей нашей республики и наших гостей, которые инвестировали в этот проект. Я так могу сказать о том, что 16 тысяч человек в прошлом году посетили Третьяковскую галерею. Мы собрали порядка 6 с лишним миллионов рублей за счет входных билетов. Мы их не стали тратить на другие цели, и вместе с коллективом музея наше министерство приняло решение, чтобы вот эта дорога, которую открыла нам Третьяковская галерея, продолжит сделать подарок для наших жителей. То есть Шишкин, то, что приезжает Иван Шишкин, это инвестиции нашего населения. На эти деньги мы проводим в этом году галерею, выставку работ Шишкина. 83 работы будут привезены, 6 апреля мы откроемся, будем работать до сентября, двери открыты. Я думаю, что опять... Если придут 16 тысяч, то будет следующая тоже такая выставка. Это вот работа, которую мы хотим продолжить вот такой эстафетной палочкой. Но еще плюсом, все помним, что в прошлом году к нам приезжала большая делегация Татарстана во главе со своим президентом Рустамом Минихановым. И это продолжение того соглашения, которое подписано между Республикой Саха-Якутия Татарстаном, между Министерством культуры Республики и Министерством культуры Республики Татарстан. То есть... Как бы начало, которое дали старт наши руководители, оно имеет свое содержательное продолжение. Юрий Степанович, 25 марта в День работника культуры. Какими достижениями сферы культуры в Якутии стоит гордиться? Ну, я вернусь к тому, что уже сказал. Это главное достижение, то, что мы востребованное направление. Наши учреждения все работают. Более 500 наших библиотек, это библиотечная система, они работают настолько активно, что 3 года назад мы были самым читающим регионом Российской Федерации. Я хотел бы отметить, что библиотечное сообщество в республике – это одно из основных, которые составляют костяк нашей культурной направленности. Наше учреждение культуры, которое находится в сельской местности, в районах, муниципалитетах нашей республики, это более 400 КДУ. Они дают показатель, который где-то 4 миллиона посещений в год. Это то, что мы делаем, контакт с населением. Это наша воспитательная функция, это наша просветительская функция, да, то, что мы доводим свет красоты, искусства, достижений, талантов наших всех отраслей. Это является вот воспитать мировоззрение поколения. Поэтому культура – счастливая отрасль. Самое главное – вот это наша посещаемость, это наша востребованность. Ну, а остальные достижения, где мы там добились, да, вот те, что Максим Арбугаев с сестрой добились, были претендентами на «Оскар», тоже можно считать, что это достижение культуры нашей республики. Это выходцы нашей республики, это наши ребята. И вот когда они вернутся в конце марта к нам, мы обязательно сделаем им, устроим признание всего нашего киносообщества, всех, кто любит якутское кино. И у них вот врученный стоит наш якутский «Оскар». Чепчал, который вот этот наш «Оскар», он когда приедет, мы обязательно Максиму с сестрой вручим этого нашего якутского «Оскара» в знак признания того, что вот, ну, якутское кино, оно тренд. Мы его сегодня не должны спускать вниз. Это то, что нас вытягивает вверх. Это то, что привлекает наше внимание. Креативный сектор нашей культуры, который развиваемся вместе с Министерством инноваций, квартал труда. У нас в этом году откроются 2 школы креативных индустрий. В Якутском художественном училище и в колледже культуры. То есть достижений много. Если последовательно сложить, они вместе выстраивают вот эту востребованность наших учреждений культуры. Юрий Степанович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Хорошее настроение. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.